С Абаканской протоки вывезли 5 КАМАЗов водорослей. Специалисты показали, как начали очищать Енисей после 3 лет ожидания. Сначала спецтехника сносит тину, потом обрезает растительность и вывозит на берег. В городе есть только одна такая машина. Спустить на протоку лодки специалисты не могут. Мотор затянет водорослями, а косилка погружается только на глубину до метра. Сейчас рабочим предстоит очистить около 14 гектаров. Закончить планируют на следующей неделе, но специалисты признаются, результат сохранится ненадолго. Мера временная, пока Министерство экологии все еще думает, как решить проблему с загрязнением комплексно. Для этого нужно восстановить проточность. Дамба, насколько мне известно, была перекрыта. То есть сейчас водообмена вообще никакого нету. Вода стоячая, и за счет того, что еще ТЭЦ оборотные воды теплые сбрасывает, то есть здесь температура высокая, и вот приток биогенов идет, и растительность очень хорошо растет. Временную очистку делают на городские средства, плюс к этому из краевого бюджета выделят 30 миллионов. Полностью решить проблему загрязнения протоки власти рассчитывают в следующем году.